Здравствуйте. За последнее время одной из наиболее популярных тем для обсуждения и для видеороликов является тема нашего трудоустройства, трудоустройства наших ребят в колледжах на должность тренеров, то есть преподавателей в секторе VET, Vocational Education и Training. Безусловно, небольшая часть наших ребят работает преподавателями английского языка, но вы сами понимаете, что для этого должен быть высочайший уровень английского языка, практически отсутствие акцента, и поэтому это незначительное количество. За все время, за несколько лет, это было всего лишь 4-5 человек, поэтому это трудоустройство, эту работу мы опускаем, хотя опять-таки мы не исключаем ее, и есть ребята, которые иногда доходят до этого уровня. Работа преподавателями, тренерами в секторе VET, работа очень неплохая, условия как раз хорошие для получения, для соблюдения всех условий вашей студенческой визы, то есть это 20 часов, это красивая работа. Эта работа дает возможность ребятам, которые учатся на бизнесе, полученные знания притворять на немножко более низком уровне в жизнь, то есть самим становиться преподавателями. И я думаю, что этот вариант наиболее подходящий для ребят, которые обладают определенными знаниями, английским языком. И вот здесь бы я хотел поговорить о том, кто подходит под вот эту квалификацию, у кого есть такая возможность. Второй вопрос – это для чего это все делается. И третий, скажем так, перспективы развития. Этой квалификации, этой работе могут соответствовать ребята, на мой взгляд, с уровнем английского языка порядка 6,5 IELTS и выше. Сама работа, она достаточно интересна, но опять-таки в зависимости от того, у вас курсы утренние или вечерние на вашем, предположим, высшем образовании, в зависимости от этого вы выбираете, когда вам работать. Если у вас курсы в основном проходят утром, вы можете преподавать вечером и наоборот. В любом случае можно договариваться. Я считаю, что человек, который будет работать на таком месте, должен опять-таки обладать способностями к межличностному общению, так называемые interpersonal skills. Если вы не любите преподавательскую работу, если вы не любите общаться с людьми, по всей видимости, из вас хорошего преподавателя не получится. Чтобы преподавать, необходимо соблюдать определенные условия, так называемый compliance. Кстати, далеко не все, я бы сказал, очень немногие преподаватели имеют полное соответствие с требованиями ТЭКСа, то есть организации, которая проверяет всех этих преподавателей, учебные заведения. Но я бы рекомендовал нашим преподавателям все-таки соблюдать все эти нормы, потому что в этом случае вы не просто сможете преподавать, вы сможете найти и следующие учебные заведения, соответственно, с повышением вашего уровня зарплаты. Одним из требований является то, чтобы вы прошли, опять-таки, в Австралии курс VET. Есть у нас ребята, которые в данный момент учатся с очень неплохим английским на уровне сертификатов, соответственно, пройдя сертификат 3, вы уже можете его преподавать. Но если у вас есть еще сертификат 4 в Training and Assessment в образовании, то есть вам необходимо иметь вот этот 4 сертификат разрешения преподавать, и необходимо иметь зачтенную специальность, которую вы уже как минимум на этом уровне, на котором будете преподавать,
прошли. Опять-таки, высшее образование и VET, они разные, и поэтому даже если вы имеете, предположим, магистратуру, это еще совершенно не значит, что вы имеете право преподавать на VET. Для этого существует так называемая Recognition of Prior Learning, RPL. Таким образом, если вы сделаете этот RPL и сделаете этот TE, то, соответственно, вы можете преподавать. Скажу честно, это не самая дешевая возможность для тех ребят, у которых нет ни первого, ни второго условия. То есть RPL и TE будут стоить вам порядка $1,445. Вот, те, кто будет только брать TE, это будет от полутора до $1,800. Но, как я понимаю, игра стоит свеч, и уже многие ребята у нас либо преподают, либо находятся в кадровом резерве. То есть сама система работает следующим образом. Есть у нас первый эшелон ребят, ребята, которые сейчас уже преподают. Второй эшелон – это те, которые будут преподавать через 3 или через 6 месяцев. И третий эшелон – это те ребята, которые просто готовятся к тому, чтобы определиться с датой начала преподавания. Безусловно, таких ребят не может быть более чем, предположим, 20-30 человек, потому что мы не можем освоить пока что такие большие объемы. Все это будет зависеть от того, как наши преподаватели смогут трудоустраиваться вне пределов ближнего и среднего, скажем так, кольца трудоустройства. Ближнее кольцо трудоустройства – это колледж Меркури и колледжи, которые будут принадлежать вот этим вот собственникам. То есть на выпуске люди занимают как раз вот эти вот позиции. Таких позиций будет насчитываться порядка 12. Понятное дело, что половина из них будет заниматься основным костяком наших преподавателей. Соответственно, это люди, которые образуют скелет, они не будут меняться. Если это будет кто-то из наших ребят, это хорошо. Вот. Но в основном, конечно, это будут преподаватели с очень большим опытом. Есть у нас ребята, которые уже получили и вид на жительство, и гражданство, закончив у нас образование, и преподают. Вот эти 3-4 человека вполне возможно станут костяком вот этого вот ближнего, в принципе, может быть, и среднего кольца трудоустройства. Я думаю, что каждый семестр в самом оптимальном выражении, таких семестров порядка 4-6 в наших колледжах, поэтому где-то будем считать, что за год максимально мы можем подготовить 20 преподавателей. Я думаю, что больше у нас не будет и не надо нам этого. Вот. В реальном положении, я думаю, что будет порядка 6-8 человек в год, потому что многим понадобится не один, а, предположим, 2 семестра, то есть полгода для того, чтобы стать более-менее employable, то есть людьми, которые преподавателями, которые способны трудоустроиться вне первого кольца. В этом среднем кольце находятся учебные заведения, которые нам, скажем так, дружественны. Существует система, которая помогает людям переходить с уровня на уровень, то есть выходить из ближнего кольца в среднее и во внешний мир. Вот. Система, естественно, основана на долларе. То есть, если зарплата, средняя зарплата преподавателя за 20 часов $600 в нашем колледже Меркури и тех, которые принадлежат этой новой образовательной группе, то есть $30 в час, то в образовательной группе Академии коммерции, например, а также в тех колледжах, которые к нам примкнули, это надо спрашивать у Джекоба, то есть у руководства, у владельцев колледжа, потому что они сейчас
со своей стороны, вот этот средний круг расширяют, это будет зарплата порядка 35-40 долларов в час, соответственно, вы будете получать от 700 до 800 долларов за свои 20 часов работы. Когда вы выходите в так называемый внешний мир, вы получаете 40+, то есть в случае, если с вашим опытом, я предполагаю, что это будет полгода плюс полгода как минимум, с этим годичным опытом вы уже имеете возможность трудоустраиваться, и в этом случае очень многое зависит от вас. В то же время работодатель дает вам отличный референс, если вы, скажем так, указываете своего будущего работодателя, то нынешний работодатель может сделать звонок вежливости, позвонить и представить вас как очень перспективного человека. Всем известна теперь система, которая у нас отрабатывается, по крайней мере, всем тем, с кем мы работаем, работодатели, в том числе и люди, которые, в общем-то, не являются частью, скажем так, вот этого даже среднего кольца работодателей. Но индустрия достаточно узкая, скажем так, люди друг друга знают, люди когда-то вместе работали или занимались бизнесом, поэтому существует более глубокий нетворк, и, соответственно, мы имеем выход на десятки учебных заведений, своего рода предприятий в этой области, и вы не будете брошены, скажем так, на произвол. Соответственно, вот этот вот пул и пуш механизмы, они будут действовать. Вам выгодно уйти, работодателю выгодно сделать условия для того, чтобы вы ушли, чтобы вам было приятно уйти, чтобы оставались самые теплые отношения и, соответственно, набирать новый состав. Работодателю, естественно, это выгодно, потому что у работодателя нынешнего, то есть у владельцев вот этой вот образовательной группы вокруг Меркури, которая образовалась, у них есть лицензии преподавательские, соответственно, для них это тоже часть бизнеса, то есть все лица заинтересованы. Очень важно, чтобы вы занимались professional development. Это одно из условий вашего профессионального развития, одно из условий для того, чтобы вы соответствовали уровню так называемой compliance requirements, то есть from TEXO, организации, которая контролирует деятельность учебных заведений на уровне, ну, скажем так, высших учебных или средних учебных заведений неуниверситетского сектора. Соответственно, у вас будет возможность проходить курсы, и опять-таки курсы, это бесплатные курсы, например, курсера, так называемые. Таких курсов несколько. Они выдают вам сертификаты, эти сертификаты являются свидетельством того, что вы профессионально, в общем-то, совершенствуетесь. И надо сказать, они достаточно эффективные. Один из наших, в общем-то, ведущих преподавателей, Михаил, который, ну, скажем так, является первенцем в этом деле, человек, который уже имеет очень большой опыт преподавания, вот как раз он и открыл для нас эту систему. Я думаю, что он будет помогать нам с поиском новых, скажем так, возможностей для вот такого профессионального развития, тем более сейчас идет речь не только о сфере бизнеса, но и сфере информационных технологий, маркетинга и некоторых других. Для чего все это делается? Здесь должны быть рассмотрены несколько точек зрения, несколько заинтересованных лиц. Со мной все ясно. Мне необходимо, чтобы проект развивался, чтобы это были счастливые люди, и чтобы то, что задумано в проекте, реализовывалось и реализовывалось видимо, то есть чтобы результаты можно было осязать. Я думаю, что
В первую же очередь это выгодно людям, которые будут преподавать, то есть нашим студентам. Понимаете, тот принцип, что сюда приезжают далеко не глупые, далеко не последние даже в России люди, этот факт требует, чтобы мы не работали по возможности, скажем так, клинерами, грузчиками, сторожами, а занимали более интересные места. То есть мы должны работать по своей профессии желательно. Если таковой возможности нет, мы должны преподавать, мы должны находиться в, допустим, клерки какие-то, ресепшонисты. То есть люди, которые занимаются во многом умственным трудом. Я бы не сказал, что это просто элита общества, но, по крайней мере, это и не ее низы. Мы достойны этого, мы на это способны, но, опять-таки, нам самим надо постараться, необходимо создать для этого условия. То есть, первое условие, конечно, английский язык у вас должен быть хороший, но второе, это должна быть здесь создана система, система создана в том числе и вами, то есть по той лыжне, которую вы прокладываете, или, скажем так, мы совместно прокладываем, пойдут другие люди, и им будет уже легче. Все равно они будут у вас за спиной, но все-таки им уже будет легче, система будет работать. Это выгодно собственникам, потому что, понятное дело, это их доход, но будет создана система, при которой будут подготавливаться в действительности кадры, которые соответствуют в идеале, скажем так, созданным профессиям. То есть в идеале преподаватель на секторе VET должен быть человеком с хорошим английским языком, полностью профессиональным, причем профессиональным на данном уровне, то есть не получив образование 10 лет тому назад, используя только старый запас. То есть это должно быть профессиональное развитие. Преподаватели должны вести научную работу. К сожалению, в создавшейся системе преподавания на уровне VET очень трудно что-либо изменить, потому что 90-95% может быть списочного состава этих преподавателей привыкли жить по-старому, привыкли получать результат, ну, скажем так, малой кровью. Это люди, которые не очень хорошо воспринимают новизну, не понимают, что создавшиеся условия диктуют более жесткое отношение, прежде всего, к самим себе, не хотят заниматься научной работой, не хотят развиваться. Это люди из отрасли, которые хотят просто, скажем, по старинке делать вид, что они преподают, и помогать студентам делать вид, что они учатся. И эта система должна быть отменена. Я думаю, что в будущем наши преподаватели, во-первых, будут достойны того, чтобы преподавать на уровне высших учебных заведений. Я думаю, что это приведет к тому, что будет мотивация у людей учить английский язык и готовиться профессионально гораздо лучше. Я очень надеюсь, что получение виз будет проходить все-таки полегче, потому что люди сумеют доказать, что система работает, люди сумеют доказать, что мы сюда едем не ради того, чтобы заработать деньги, а едем именно ради учебы, потому что когда вы преподаете, это говорит о том, что вы человек, который в действительности повернулся лицом к знаниям. В какой-то степени, естественно, это нарушит даже мои какие-то, мой доход, потому что это стимулирует вас на повышение уровня английского языка, соответственно, та дойная корова, которая меня кормила и кормит, то есть курсы английского языка, это поступление, грубо говоря, молока будет немножко ограничено, но это будет ограничено, потому что все должны немножко, скажем так, поступить со своими интересами, что делает, в общем-то, и работодатель, и вот этот владелец колледжей Джекоб.
Все должны поступиться своими интересами, все должны, скажем, постараться, что касается студентов, вы должны все-таки постараться повышать уровень своего английского языка, но это дает возможность, допустим, мне более уверенно себя чувствовать, потому что все-таки результат будет налицо, он уже есть, просто его надо, скажем так, более расширять, то есть не должно быть просто 10-15 человек, это должно быть достаточно большое и стабильное количество ребят, которые работают у нас преподавателями. Безусловно, вся эта система создается на взаимном доверии, наиболее люди, подходящие для нас, люди, которые уже обрели определенный кредит доверия и, соответственно, есть доверие между всеми этими сторонами, это люди, которые приехали сюда в рамках проекта Рамзес, в том числе и те люди, которые, может быть, вот сейчас только в первый раз смотрят этот видеоролик и, соответственно, вступают в наш проект. Соответственно, если это люди извне, то в первую очередь, конечно, мы делаем это все для ребят, которые приехали в рамках нашего проекта в Австралию. Я думаю, что еще один очень щекотливый вопрос, который, может быть, будет очень свербить умы работников посольства, вопрос об иммиграции в Австралию. Такие курсы, такие возможности трудоустройства, они расширяют для людей возможности. Если человек приезжает сюда с достаточно высоким уровнем английского языка и получает опыт преподавательской деятельности, если человек сам здесь учится и преподает, после чего выходит на уровень лектора, то есть преподавателя высшего учебного заведения, в этом случае у человека возникает гораздо больше мотивации преподавать у себя дома, потому что преподавательская работа достаточно, на мой взгляд, интересная, не такая уж тяжелая, скажем так, морально и физически, и очень хорошо оплачиваемая, в том числе и в России, по крайней мере, для людей, закончивших высшие учебные заведения, получивших опыт преподавания в Австралии. Опять-таки, получение... Должен повторить, получение вида на жительство, даже гражданство Австралии не является иммиграцией в Австралию. По той простой причине, что иммиграция в Австралию является процесс, когда человек уезжает в Австралию на постоянное место жительства и живет в Австралии. Те люди, которые получат хорошее, добротное высшее образование в Австралии и станут квалифицированными, опытными преподавателями, в том числе особенно, но, скажем так, не обязательно на уровне высших учебных заведений, трудоустраиваемость таких людей в России и в других странах, в том числе и Центральной Европы, таких как Польша, Чехия, будет очень и очень высокая. Соответственно, эти люди, вне зависимости от того, получат они вид на жительство в Австралии или не получат, эти люди вернутся, или, по крайней мере, у них будет больше мотивации вернуться к себе домой, в Россию. И я думаю, что вот весь этот процесс, который мы начали, он должен как-то повернуть департамент иммиграции и посольство Австралии лицом к нам. Потому что до нас это никем не делалось, даже в единичном порядке. Но систему такую никто еще не создавал, и я думаю, что еще долго никто не создаст. Большое спасибо.